Вблизи солнечного города Батуми, на расстоянии 15 километров, расположен земельный участок на берегу горной реки. Дорога проходит вдоль побережья Черного моря, через ботанический сад и курортный поселок Чакви. Участок находится в селе Хала, в 10 минутах от моря. Дорога ведет в национальный парк Тиралла. Предлагаемый участок несельхозназначения – 2126 квадратных метров с готовым двухэтажным домом. Бонусом к участку прилегает 1400 квадратных метров земли сельхозназначения с индивидуальным выходом к реке с питьевой водой и форелью. Также участок делится на 4 части, которые вы можете купить по отдельности. Плюс мы предлагаем готовый проект на строительство частных домов. Тихое заповедное место. Чистый горный и морской воздух. Закрытая территория и собственная парковка. Место для отдыха и барбекю. Участок находится в экзотической локации на берегу горной реки, рядом с морем, у подножия гор национального парка Тиралла. Удивительное место, не правда ли?